Живописной реке Свияги необходима забота. Дно покрыто толстым слоем ила, а берега в некоторых местах усыпаны мусором. Сотрудники Минприроды и экологи должны навести порядок на водоеме. На участках возле университетской набережной, ТЭЦ-1, поселков Сельдь и Дачный будут проводиться восстановительные работы. В программу экологической реабилитации войдет углубление дна, удаление камыша и очищение водной глади от тины и ряски. Порядка 40 километров реки Свияга мы планируем расчистить. В первую очередь расчистка Свияги предотвратит загрязнение берегов. Это раз. Естественно, мы углубим дно Свияги. И основной фактор — мы предотвратим весенний период подтопления придомовых территорий. Не только очистить, но и создать культурные объекты. «Семь жемчужин Свияги» – это долгоиграющий проект, у которого нет сроков завершения. Суть его заключается в организации тематических парков на реке. Например, возле Спасо-Вознесенского собора – парк духовный, а рядом с Ульяновским госуниверситетом – научный. Экологические зоны создадут не только для красоты, но и для проведения исследований. Вот, в частности, например, зона «Наукоград» позволит нам, и мы уже как бы работаем в этом направлении, проводить мониторинг качества воды реки Свияги. Мы делаем химический анализ периодически и сравниваем динамику изменения. Губернатор Сергей Морозов посетил живописный Свияжский берег и прокатился на речном трамвайчике. Во время прогулки глава региона обозначил экологам и чиновникам приоритетные задачи. Рабочая группа должна заняться восстановлением экологической среды. Ну и, конечно, попросил ее, чтобы она подумала не только, сейчас говорю, о расчистке русла, но и подумала о том, что нам нужно сделать для того, чтобы людям было комфортно на берегах. Чтобы птицам было комфортно на берегах. Чтобы любой живности, растениям было комфортно. Наводить красоту и уют начнут в ближайшие годы. Проектно-сметная документация уже составляется. К преображению Свияги приступит в 2022 году. В экологическую программу планируется вложить 1 миллиард рублей из федерального бюджета. Работы планируется завершить в 2023 году. Виктория Чиркова, Артем Куранов. Новости Улправды ТВ.